И всем привет, ребята, и сегодня я играю в Adopt Me. Сегодня я первый раз играю в эту игру. Просто посмотрите, у меня уже есть какой-то дом, я нахожусь в каком-то доме, там какое-то небо просто за окнами. И смотрите, что у меня уже есть. У меня есть яйцо, стартер, ненатянутое яйцо, что это вообще значит? Корм, что-то hatch now, hatch чего? У меня есть какая-то проволока непонятная из каких-то цветов. Она пропала. В общем, я не знаю, где ее обратно взять. Вот она где тут. Тут какая-то есть еще какой-то колокольчик, бантик. В общем, ладно. Итак, что я могу делать со своим яйцом? Я могу его кормить какими-то сэндвичами. Что? Яйцо ест сэндвич? Что это такое вообще? Что это за бред? Оно съело сэндвич. Это просто невозможно. Так, в общем... Давайте посмотрим вообще, что у меня есть дома. У меня есть какая-то ванная. То есть вот тут вот вы, стартер, яйцо. Что это такое вообще? Мое животное моется, да. Так, я могу вот так вот прыгать на туалете. Запрыгнуть вообще вот куда хочу. Так, что дальше у меня есть? У меня тут дальше есть какая-то кровать. Наверное, она для меня. И да, я играю за ребенка. Надо было выбрать, за кого мне играть. Только родители могут это использовать. Ну, хорошо, хорошо. Мне нужен душ. Так там яйцо какое-то непонятное вообще. Что это вообще такое? Мы его подобрали, а теперь вы. Теперь я вот тут буду сидеть. Так, я, в общем, в душе. На меня льется много воды. Там стоит мое яйцо, которое мне дали в самом начале. Я не помню, когда, откуда у меня вообще оно появилось. Но тот факт, что оно у меня есть, он присутствует, так сказать. Так, тут какой-то напиточек у меня. Жажда стартера. Что? Опа, мы, походу, выходим. Так, ладно, давайте досмотрим, что у меня есть. Все, в принципе, больше ничего нет. Какие-то вещи тут непонятные. В общем, давайте выйдем из дома. Так, ребятки, мы вышли из дома, и я живу в каком-то непонятном зеленом доме. Я вообще не знаю, почему мой дом зеленый. Почему я хочу желтый дом, хочу желтый дом. Ну ладно, давайте пойдем по стрелочке. Она, наверное, нам укажет путь, в который нам точно надо пойти. Точно надо пойти по стрелочке. Я, блин. Так, мы сейчас заходим в... Что? Мы заходим в чайник. Что это такое вообще? Или мы заходим в кружку? Так, ребята, мы вошли в кружку. Лучник. Чего, лучник? Почему он такой огромный? Беседа? Давайте побеседуем. Давайте просто перестанем с ним разговаривать. Какая-то кружка тут. Buy coffee, $3. Это стоит $3? Это что, 3 робокса, что ли? А, нет, у меня есть $249. Да, это достаточно много, наверное. Так, в общем... Битрайс, это, наверное, какая-то королева пчел. Привет, я Битрайс, королева пчел. Не припомнишь меня? Я просто бродлемед. Короче, ну ее вообще. Так, в общем, давайте пойдем на вот этот вот мост. Какой-то тут диван непонятный, в общем. Вот так вот тут сидится. Ладно, зачем нам сидеть? О, тут пчелки, их можно, наверное, ловить. Нет, пчелки, не уходите, не уходите. Я хочу пить. Что? Нет, это неправда. Давайте поймаем пчелку. Так, Фэрвейкс, фу, Фортис Бикс, чего? Что хотят эти пчелы непонятные, вообще ничего не понятно. Ну, этих пчел вообще, какие-то они вообще злые, не хотят ничего делать. Все, давайте выйдем из этой кружки. Так, я не знаю, куда сейчас идти. Наверное, все-таки попить. Вот тут вот у меня есть напиток, да, жажда. Так, и мне надо опять идти туда, ну ладно. В общем, я хочу у лучника купить чай. Да, давайте пойдем купим чай. Да, походу мне надо его выпить. Поэтому я не буду жаждать, так сказать, воды. Еще что ли? Опять пить чай, что ли? Да, походу мне надо еще пить чай. У меня 50%, мне надо еще 2 раза выпить чай. А теперь мне надо покормить моего вот этого непонятного вообще желтка, белка. Что это вообще такое? Может, мы его вообще сварим? Стартер яйцо больше жаждать, плюс 6 баксов. Ок, мне дали 6 баксов, значит. Так, и что это вообще за такое? Ладно, давайте пойдем. Кстати, он что, все выпил? Нет, он даже мне не ставил. Так, давайте все-таки поймаем этих пчел вонючих. Так, вот, давайте, я буду нажимать на Е. Так, я страйк, ГГС. Что? Чего? Так, в общем, я вообще ничего не понимаю, что хотят эти пчелы. Ну, а давайте я не хочу, в общем, сюда идти, какое-то непонятное вообще место какое-то. Вообще, что здесь делать? Какая-то главная пчела?
купить кофе за $3, давайте купим. Что, мы купили кофе за $3? Как, наверное, надо всех покормить этим чаем, этим кофе, что мы вообще купили? Так, Wax for Workers, они что-то хотят от меня вообще получить. Походу, надо туда как-то запрыгнуть. Ладно, давайте я сейчас разберусь, что вообще делать, и я вам уже все покажу. В общем, ребят, я так и не понимаю, что от меня хотели эти пчелы. Со мной все это еще начальное яйцо, так сказать. Итак, время для школы. Давайте пойдем в школу, выполним этот таск. Возможно, мне дадут за него какого-нибудь крутого пэта. Да, и, наверное, такое возможно. Кстати, тут пчелиная какая-то. Вообще, что это вообще за вагонетка такая? Просто кошмар. Кстати, ребята, моя чашка с кофе пропала. Это я вообще не понимаю, то ли это яйцо вонючее его украло. Просто ужас какой-то. Опа, какой-то подарочек. Давайте я его, наверное... Понятно. Давайте все, иду в школу эту. Хотя не хочу вообще туда идти, ну ладно. Так, я уже в школе, ребятки, смотрите. Тут парты какие-то. Опа, у меня есть бесплатное яблоко. Вот это, конечно, прикол. Давайте я съем это яблоко бесплатное. А что же мне девать-то? Бесплатную еду школьную. Хотя бесплатная школьная еда... Так, кормлю вот этого вот непонятного чего вообще, что это вообще. В общем, кормлю вот это вот существо непонятное, чтобы оно не хотело есть. Так, ребятки, мне вообще надо идти в школу, как бы я уже здесь и так. И давайте же что ли... Так, ну тут вообще ничего нет интересного. О, какие-то деньги бесплатные. Вот это прикол, конечно. Стартер, яйцо, закончил школу. Чего, ребятки? Вообще, что тут происходит? Я вообще чего-то не пойму. Так, какой-то Ньюфиси, что он от нас вообще хочет? Так, добро пожаловать в школу. Меня зовут Фиси, но можешь называть меня так, я что-то там... В общем, не важно, что он вообще там сказал, какая вообще разница. Давайте арендуем себе мой собственный шкафчик. Нет, нельзя. Чего, у меня родилась собака? Что-то вообще за такое произошло. Опа. Ого, его надо, наверное, научить этому всему. Опа, смотрите, какой-то питомник. Какой-то мужик назвал себя питомник. Вот это он приколист. Так, в общем, давайте, он какие-то трюки нас, походу, будет учить моего песика. Давайте посмотрим на это. Сядьте, сядьте. Это что за команды такие? Ну, ему точно не нравится. Так, какие-то трюки. Он уже, наверное, научил каким-то трюкам. Давайте проверим, чему он научил моего пёселя. Давайте вот так, возьму пёсика. Так, опа, сейчас посмотрим. Летать. Ого, он умеет летать. Ну ладно, так, не умеет, значит, надо заплатить за это. Трюки, сядь. Ого, он теперь может сидеть, ура. Так, какой-то хороший тренер попался, получается. Давайте еще что-нибудь. Так, он слишком молодой, чтобы учить еще чему-то. Так, в общем, надо, чтобы он еще подрос. Наверное, надо вот посадить его. Вы, ого, а мне-то зачем тут? Давайте ее тут посадим, вот так вот. Не знаю, она должна спать или... Давайте ее там оставим, пожалуй. А то у меня дома вообще ничего нет для пёселя моего. Опа, так, ну такое себе, чуваки, ну такое. Итак, ребятки, на этом моменте я уже с вами прощаюсь. Вот мой пёсель тоже с вами прощается. Это была первая серия Нубов Adopt Me. И да, будут еще, наверное, серии. Так что подпишись на канал, поставь лайк. Не забудь написать свой комментарий вообще. Нормально ли я вообще играю для начального игрока или не очень? В общем, напишите об этом всем в комментариях, я все прочитаю. И, в общем-то, всем пока-пока.